back to Metro 2033. Looks like we still have things to loot here. Buddy, you look like you forgot your laser sight there. Wanna turn that off? Waste of batteries. No? Alright, have it your way. Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. О, вау, what a present. Thanks, Артём, бери систему наведения. Well, hope we see you again, buddy. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Well, looks like we've come a long circle right back to where we started, according to this map here. Very close to our home station. And incidentally, this is where the story began. Lots of ammo for us this time. Well, I guess in the end the verdict is the belt-fed shotgun is just not too useful because of how much ammo it eats up. Oh, holy crap. Oh, well that's not good. I remember now. Well, we don't have any heavy fire support anymore. Oh boy. Ну давай же!
there. Давай, 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 вперед! Артём, осмотри комнату, живо. Почти попал. Вот что рассказать мужикам. Looks like we got a little bit of rounds from the shotgun now. Might as well put it to good use since we're in close quarters. Мы как бы невидимые. Да на вкус мы не очень. Стой! Проклятие! Огонь! Вперед! Вперед! As much as I like your idea of a distraction, Hunter, I don't think it works too well. Теперь тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. That's not such a good idea, man. Calling it right now. Давай, давай, убежала, давай! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони, и будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Well, we're almost at the end, folks. See you next time on Metro 2033.